Всем привет, друзья. Всем спасибо, кто пришел на стрим вчера поддержать меня. Спасибо. Приступим. Так, тут у нас кабачки тушеные, салатик овощной, ну, с сухариками. И бутербродики такие. А, да, еще на десерт две конфетки. Такие. Ну, кофе-чемба, чтобы запить все эти дела. Обалденные кабачки. Кетчуп, мазик. Надо было в магазин сходить, купить что-нибудь мясное, там, курочки, например. Да ладно. Мяурицу я отнес к маме сегодня утром. В сумку засунул ее. Хорошо, что мама недалеко живет. 5 минут ходьбы. Вот. Мне на самом деле тоскливо, без кошки, непривычно. Мама есть своя кошка. Надеюсь, они подружатся. А с другой стороны, подружиться, потом расставаться придется. Ну, когда я обратно приеду с юга-то, обратно же заберу ее. У меня сегодня веганский такой, да, мукбанг. В принципе, без мяса неплохо заходит. Да, надеюсь, на юг поедем. Погода нормальная будет. Ну, я посмотрел в Ютубе.
разных блогеров, ну, которые снимают там в Лазаревск, там, в Сочи, Лазаревск, ну, курорты, короче, по курортам, по всяким, по черноморским, Геленджик. А вроде погода нормальная. Ну, вообще, в Краснодарском крае, я имею в виду, везде более-менее. Надеюсь, когда мы приедем, так же будет, то приедем, начнутся дожди. Это будет, конечно, печально. Очень. Надеюсь, на юге поесть много вкусной разной еды. Ну как много? Конечно. Есть мы будем один раз в день. Там. Но все равно. На море, я думаю, там естся по-другому совсем. Хотя, типа морской воздух там, все дела. Мне кабачки прям тема вообще. Прям зашли. Нормально. Приступим к десерту. Ну, на десерт две такие конфетки. Это у меня из какой-то из доставок. Мне их всунули. Две маленькие конфетки. Тут даже начинки нет. Есть.
Спасибо. Так, все конфеты. Сами такие не ем никогда. Не покупаю. Другое дело, шоколадные-то. В общем, все, друзья, прям пищевой просто люкс, просто на сне, просто бомба, в общем, как всегда.